Сегодня хочу показать вам свои кактусы. Они у меня скоро зацветут. Вот видите, они выпустили вот такой мягкий отросточек. Это признак того, что они скоро зацветут. Этим кактусам более 20 лет. Цветут они у меня ежегодно на протяжении 10 лет. Когда-то обильно, когда-то не очень, но цветут ежегодно. Мне их давали очень маленькими отросточками, но потом они выросли вот в такие большие кучи. Вот этот кактус я называю арбузы. Смотрите, такие зеленые колючие арбузы. Когда они зацветут, я вам покажу. Цветет цветок всего сутки, может быть даже меньше. Иногда он распускается, цветок ночью, а к вечеру цветок уже вянет. Вот, казалось бы, да, такие колючие кактусы, они дают такие мягкие, нежные отросточки. И такие розовые, нежнейшие цветы. Ну, надо же, природа вот так распорядилась. Удобряю я их для суккулентов. И они любят еще монофосфат калия. Это обязательно. Так что, когда они распустятся, я вам обязательно сниму видео и покажу такую красоту. Всем хорошего дня!